Важный разговор. Проходите. Можете идти, друзья мои. Что случилось? Разве не знаешь? Пражский народ восстал против индульгенции. Все хотят услышать мнение университета. Надо публично и немедленно осудить торговлю индульгенциями. Однако король Вацлав это позволил. Он боится Рима. Я не понимаю, как может королевская воля изменить наши убеждения? Мы руководствуемся правдой, по Святому Писанию. Этой правдой мы восстановим против себя короля. Он твоя единственная опора против епископа. Нет, мы не сможем выступать против индульгенций. Лучше, если ты свои проповеди на время прекратишь. Нет. Не прекращу. Сейчас, когда Рим думает закрыть Вифлеемскую часовню, где наш народ может родную речь слушать, где чех остается чехом, откуда слово правды идет по стране моей, я молчать не стану. Я буду говорить. Мы без короля не сможем противиться церкви. Как можешь так говорить, Штепан? Ты, который так горячо всегда обличал эту церковь. Даже больше, чем я. Обличал среди нас, магистров. Это было дело ученых. Но с кафедры говорить это простому народу? Да разве может он понять? Ты, как видно, народ не знаешь. Народ поймет, как понимали бедные рыбаки Христа. Шли за ним и стали поборниками его правды. Все это и приводит к восстанию.